Окей, вот смотрите, давайте я даже низ не буду пока смотреть. Вот, закончил трейдинг основы. Так, это у нас что? Это у нас дневка. Смотрите, видите, уровень отличный, к уровню вопросов нету, но видите, вот здесь вот начинается немножко распил. Я сейчас объясню в ТВХ. Как раз, видите, я даже низ не смотрю. Давайте я вам сейчас в пенте покажу, и вы поймете, что обычно можно делать. Сейчас. Очень часто бывают такие ситуации, когда инструмент отрисовал уровень, но делает вот такие вот немножко, будем говорить так, запилы. Я обычно рекомендую, что если внизу пустота, нужно чуть-чуть просто ниже уровень снести, иначе вот здесь вот может еще таких запилов быть очень много. Это похожая картиночка, о которой я вам говорил, предыдущая, да, где уровень, будем говорить так, запилился. Давайте сейчас ее покажу еще раз. Вот, вот это, видите? И еще, и самая первая картинка, насколько я помню. Да, видите, когда уровень не отрабатывает, ну, то есть возвращается назад, это усложняет, картинку. Поэтому давайте посмотрим все-таки, что здесь было на ТВХ. Ну, как раз то, о чем я говорил, видите? Вот, его начали пилить. Ну, то есть, прошу объяснить ТВХ, что сделал не так, сценарий все же отработал. Ну, во-первых, так, окей, 38, тейк. Ну, если даже ты вот здесь вот заходил, и у тебя стоп не вынесли, тогда у тебя проблем нет. По сути дела, если вы посмотрите, здесь явно выраженный уровень. То есть, по сути дела, заходить можно было. Стоп, в принципе, очень неплохой. Ты написал, что сделал не так. Ну, по мне все так. По мне все так, проблем нету. И стоп хороший, правильный, за хвосты. Я там не знаю, куда дальше инструмент пошел, но по мне абсолютно адекватная, хорошая сделка. Вы знаете, скажу вам одну очень важную вещь. Вот здесь люди есть, которые... Вот, Владимир, подскажите, пожалуйста, как правильно делать предпосылки и писать сценарий? Молодой человек, я вас не хочу обидеть. Люди 3 месяца учатся для того, чтобы это делать. Неужели вы думаете, что вы сядете, даже если это будет один урок, вы сможете понять все предпосылки. Давайте я вам объясню одну вещь. На семинаре один день, да, вот есть вот такая вот книжка. Вот такая вот книжка. Это книжка предпосылок. Да? Вот там. Очень много. И можете себе представить одну вещь, что люди целый день и второй день тратят для того, чтобы понять предпосылки, на куда работает какая предпосылка, а вы хотите, чтобы вам здесь... Будем говорить так, за 1 минуту, спасибо за теплые слова, вы хотите, чтобы вам за 1 минуту или там за час объяснили. Ну, вы знаете, Шнур когда-то сказал очень важную вещь, что быстро можно получить только пизделей. И ровно столько, сколько вы вкладываете в ваше образование, ровно столько вы будете получать на выходе. И я не имею в виду денежную сумму, то есть я не имею в виду, сколько денег. Вот откройте просто книжку. Вы знаете, очень многие люди мне пишут и говорят, я там прочитал книжку. Ребята, для того, чтобы понять, книжку надо прочитать от 3 до 5 раз. Каждый раз, вот это относительно даже того молодого человека, который пришел на это, да я. Все с тетрадкой, ребята, у меня всегда, смотрите, раз. Сейчас я вам покажу, какое количество там тетрадок у меня. Два. Блокноты. То есть у меня все, все вот здесь вот, все картинки, все под рукой, я все себе пишу. Вы хотите прочитать книжку один раз, ничего не сделать, не написать конспекте, чтобы у вас получилось. Я говорю сразу, чуда не будет. Второе. Вы даже не представляете себе, даже себе не представляете, насколько тяжелый бизнес-трейдинг. Вы даже себе не представляете. Я буквально недавно в Майами встретил своего трейдера, который у меня проработал очень много лет. Он по сегодняшний день торгует, как бы успешный, довольно-таки успешный трейдер, живет только с трейдинга. И таких, как он, осталось очень мало. И причина предельно проста. Причина заключается только в вашем подходе и отношении к бизнесу. Ну, давайте я отвечу опять на Бладибир. Смотрите, значит, зайдите в интернет, в интернете куча видео, как писать предпосылки. Раз. Если вы дошли до предпосылки, дальше у вас будет урок, который называется сценарий. Вы, скорее всего, до него еще не дошли. Да?
вы, скорее всего, это еще не дошли. Поэтому очень важно, еще раз, это сделать файл предпосылки. Вот у вас точно такая книжка есть, только в там формате. Просто и самому ее переписать. Найти такие же предпосылки на графиках. И потом у вас будет урок, который называется «Сценарий».